Вы готовы покорить Форт Боярд? Да! Да! Вы не боитесь трудностей? Нет! Здесь все как в настоящем Форте Боярд. Сложные спортивные и интеллектуальные задания, преодоление препятствий и приключения. Ребята из летнего лагеря «Ромашка», который действует на территории одноименного детского сада, разделились на две команды, чтобы доказать, что именно они достойны забрать честно заработанный клад старого форта. Мы! Искателям приключений и охотникам за удачей предстояло пройти 8 интереснейших испытаний, добыть ключи и подсказки. Каждый может открыть только один сундук. Это понятно? Да! Помогали им в этом, как и в знаменитом шоу, таинственные мэтры теней и любитель загадывать загадки Старис Фура. Ребята искали ключи в сундуках, емкостях и жидкостях, забивали гвозди, участвовали в различных играх на скорость и смекалку. Словом, скучать было некогда. Мы готовились всем дружно нашим коллективом. Девочки наши, педагоги молодцы, участвовали абсолютно все. То есть, ну, всем детским садом, потому что мероприятие очень масштабное, и хотелось организовать, чтобы оно прошло на отлично. Те эмоции, которые мы дарим детям, это самое важное в работе каждого педагога. Мы рады, что в «Ромашке» дети получают удовольствие, радость и приходят к нам с большим удовольствием. В результате напряженной борьбы победу одержали охотники за удачей и забрали столько сокровищ форта, сколько смогли унести. Но их соперники не особо расстроились, ведь главное не победа, а участие. Очень доволен. Мне все понравилось прям. Мы собрали 4 ключа и 2 подсказки. Самое сложное – это вот первое испытание, где надо было расставить шашки в определенном порядке. Как ты думаешь, как вы отыграли? Достойно? Да, хорошо. Могли бы лучше? Могли бы. А что помешало? Наверное, то, что мы не очень все запоминаем, и то, что ловкости чуть-чуть не хватает, может. В игре приняли участие ученики 7, 5 и 9 школ с 1 по 3 класс, посещающие летний лагерь «Ромашка». Всего же здесь весело проводят время 30 ребят из различных школ Видного. И впереди у них, как уверяют вожатые и начальник лагеря, еще много интересных приключений. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.